В преддверии юбилейных гастролей коллектив театра юного зрителя Якутии отправился в Москву. Здесь проходят подготовительные мероприятия и деловые встречи. Наталья Сазонова продолжит тему. В Москву прибыла делегация театра юного зрителя Республики Саха-Якутия и постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации Юрий Степанович Куприянов, как всегда, радушно встречает своих земляков, которые вот что рассказали нам о цели своего визита. Нашему театру исполняется 25 лет, вот поэтому мы в Москву собираемся в мае месяце на гастроли. Гастроли называются с благодарностью учителю, потому что в нашем театре работают артисты, закончившие Щепкинское училище, как бы отчет своей работы. Несмотря на то, что юбилейные гастроли пройдут только в мае, коллектив театра уже сегодня заблаговременно обговаривает все организационные моменты. Это и рекламное обеспечение, и транспортная схема, и приглашение критиков, ну и, конечно же, оповещение якутян, проживающих в Москве. 27 мая выступаем в Театре наций под руководством Евгения Миронова. Мы показываем спектакль «Три ночи», поставленный по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Вий». И 28 мая мы показываем свой спектакль для детей. Спектакль называется «Камень счастья», поставленный по легендам народов Севера. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха», Москва.